Кладем в кастрюлю приблизительно 70 грамм сливочного масла. Добавляем один нарезанный кубиками лук. Туда же отправляем одну морковку, натертую на терке. И обжариваем до прозрачности лука. Обжарили до прозрачности. Добавляем 350 грамм кубиками нарезанную куриную грудку. И обжариваем до тех пор, пока грудка не поменяется в цвете, не станет белой. Так, грудка побелела. Буквально пару секунд мы обжарили. Добавляем кипяток. Приблизительно 2 литра кипятка. Сразу же добавляем картошки, где-то здесь 150 грамм, нарезанной кубиками. Соль, соль по вкусу. Черный перец. Куркума пол чайной ложки. И один лавровый лист. Даем повариться где-то 5 минут. Через 5 минут добавляем промытый рис, грамм 50, круглый. Добавляем пару веточек петрушки, где-то 2-3 веточки, и столько же укропа. Сюда же добавляем один зубчик чеснока. Я его нарезала, можно пропустить через пресс. И варим до готовности картошки и риса. Итак, картошка и рис у нас отварились. Добавляем щавель. Щавель у меня здесь где-то 150 грамм, мелко нарезанная. Варим еще где-то 3-4 минуты. Дальше закрываем крышку и оставляем томится еще немножко, ну, приблизительно 10 минут. Суп наш настоялся. На все про все у меня ушло 30-35 минут с нарезкой, со всеми делами. То есть, если хотите быстро, вкусно и полезно накормить семью или друзей, то это то самое блюдо. Посмотрите, какой он густой. Осталось добавить сметанки. Приятного аппетита! Пока-пока!